Что делать, если случился пожар? В первую очередь, если вы увидели дым, огонь или услышали пожарную сигнализацию, не прячьтесь и не поддавайтесь панике. Немедленно покиньте здание. Двигайтесь наружу, как указано на планах эвакуации. Не пользуйтесь лифтом или эскалатором. Спускайтесь только по лестнице. В задымленных помещениях дышите через влажную ткань и передвигайтесь, пригнувшись к полу. Детей держите перед собой. И помните, помощь обязательно придет.